вон утки, смотри. Утки? Да. Да, утки. Вон они спрятались. Мужчина рыбу ловит. Такое солнышко сегодня. Здравствуйте! Сегодня у нас 28 сентября 2024 года. Харьков. Я продолжаю свой видеодневник. Воздушная тревога объявлена сейчас. И на рынке в рупор говорят, в месте объявлена повітряна тривога. Просим всех пройти у викриття в метро. Ну, естественно, люди же не могут при каждой воздушной тревоге, вот просто посудите сами, срываться со своих рабочих мест и идти. Ну, вот как, если у нас воздушная тревога, я не знаю, там, по 100 раз на день. Тревога, отмена, тревога, отмена. Люди же не могут, вот представьте, есть рынок, да? Люди не могут закрыться, уйти со своих мест и пойти все время ходить в укрытия. Это невозможно. Поэтому, ну, здесь еще покупатели могут уйти, а продавцы все остаются на свой страх и риск, на своих местах. И называется, либо авось пронесет, либо что будет, то будет. Либо мы вот так вот сидим со скрещенными пальцами в надежде, что вдруг что все мимо. Бах-бах, и все мимо. Ну, это просто реальность, знаете, может быть, как-то это рассказываю, иронизирую. Не падай. Но если еще к этому всему относиться вот так вот, можно же ведь реально сойти с ума, рехнуться. Так, сейчас мы посмотрим нашу прогулку сегодня под звуки воздушной тревоги по барахолке. Насладимся. Все, что вы увидите, сможете купить, не выходя из дому. Реально, в последнее время я сама удивляюсь, люди просят, купи то, купи это. Вот, кстати, на прошлых выходных было очень много покупок, все уехало, все доехало, по адресатам все приехало. Сейчас еще одна вот покупочка, тоже поедет, это печать, к своему новому хозяину. Вот так что, вот так вот человек увидел печать, представьте, с фамилией, инициалами, старая печать, а он узнал свою фамилию, по всей видимости, либо своего близкого человека. Интересно, так бывает, поэтому вот так вот как-то. Не забывайте подписаться на канал и нажать колокольчик, поставить лайк. Мне будет приятно и дальше снимать для вас видео. Все, всем приятного просмотра, всем хорошего дня, хорошего настроения, мирного неба, крепкого здоровья. И помните самое главное, что все войны заканчиваются миром. Давайте смотреть видео. Здравствуйте. Игрушки елочные. Смотрите, сколько. Сейчас увеличат. Тут и будильник. Космонавт, красная шапочка, матрешка, мухоморчик, домик, кукуруза, морковка. Много игрушек. О, сколько всего интересного. Посуда. Кстати, если вы видите какие-то интересные для себя вещи, можете делать скриншот, присылать мне на почту или в директ в Инстаграме. И спрашивать цены. Люди так бывает и делают, и потом я отправляю эти вещи. Ну все, никаких проблем. Все можно купить, не выходя из дома. Если вам что-то приглянулось, смотрите, какая огромная кружка Харьков. На ней все достопримечательности. Здание Газпрома. Успенский храм. Вот он, покупатель у вас. Самовары. Смотрите, какие самовары. Красота. Есть такой самовар. Вот он. И есть
такой, видите? Это называется, как в народе, цыганская рюмка. У него ручки идут по бокам. Ну, вы видите, на бочках. У этого так идут ручки. В общем, если что-то приглянулось, пишите. Чтоб... О, смотрите, какая затворка печная. Азовсталь. Здесь вот эта затворка, как по мне, самая красивая дверца. Бывает еще лучше. Кстати, есть самоварные подносы, копельники. Видите, разных форм и производителей. Рюмочки, лафитники, на ножке. Как все любят. Как в фильмах старых вам показывают, можно себе такое приобрести. Хорошего дня! Так, я сегодня зашла совершенно с другого входа, не так, как вы привыкли. На переулочке не была, а хочется пойти посмотреть, что там. Пойти сходить посмотреть. Чебурашки. Голубой чебурашка. Вы видели когда-нибудь такое? Я лично нет. Интересно. А почему этот пояс длинненький у вас? Вот этот длинный. Игрушек сколько. Игрушки, Деды Морозы, снегурки, шахматы. Видите, какие Деды Морозы интересные. Для меда. Интересная какая штука. Интересно, интересно. Здесь всего столько в ящиках навалено, можно найти все, что хочешь. И различные пробки. Тихо, не падай. И крышечки. Интересно, интересно. Ой, что-то вот это вот интересное было, по всей видимости. Угу. Что-то старенькое. Смотрите, какой красивый был кувшинчик. И ручка, я так понимаю, здесь есть в комплекте под реставрацию. Такая вот майолика. Здорово. Это стопроцентная дореволюционка. У меня дома Мадонна. В общем, здесь если порыться, найти можно все, что хочешь. Тарелочка. 1 мая. Вот так вот. Самоварчик, монетки. Вася, хочешь в YouTube попасть? Здрасте. Привет. Популяризация блошиного рынка. Да. Вот эта девушка как раз благодаря ей хоть харьковчане узнали. Да, кстати, приходят новые люди, приходят и приходят. Мы вас смотрим, мы спасибо. На вас подписаны. Спасибо надо большое. Вас автограф. То вы загнули. Хорошего дня. Здравствуйте. Добрый день, добрый. А сейчас я сниму и заберу печать. Печать тут надо будет забрать для покупателя. Поедет в другой город.
Бывает и в другую страну что-то едет. Вот сейчас Артему книги приехали в Ригу. Он их должен забрать. Уже благополучно добрались до его города. И какое же это красивое колье, янтарное, серебро. Смотрите, какая работа. Это тоже серебро, это все серебро. Так что кому что нравится, делайте скрины и пишите. Поварить, да? Пришел. Ну там приварить, да. Я покажу, сейчас там оно. Сейчас здесь будем. Что же здесь интересного? Посудка, посудка, фигурки. Я не понимаю, как вот эту вот планеристку до сих пор не забрали. Городница, видите? Ну, это очевидное, невероятное какое-то происходит в этом мире. Очень мне нравится, видите, клоун. Это подставка под столовые приборы из набора клоунада, барановка. Весь набор вообще необычайный. Все в клоунской теме. Там кто любит клоунов, кто собирает клоунов. Там весь набор, даже не помню, сколько там предметов, он мне полностью никогда не попадался. Там и пашотница, и масленка, и паштетница. И пашотниц 6, по-моему, или 12. Не помню, вот, кстати. Наверное, 12 пашотниц, 12 подстоловые приборы. Очень много всего. Малахитовое стекло, тоже обратите внимание, шкатулочки, вазочки. Ну понятно, что там такие прилеты были, там же вообще не это. Даже не понимаю. Самоварчик. Чудом люди, наверное. Вообще. Самоварчик. Керамический. Идет. Хорошо. Только что конец будет опять. А там пойдет тоже. Без проблем, оно стоит никуда. Я все равно еще выкладываюсь. Хорошо, без проблем. Молочнички, сливочники. Налетай, не скупись. Покупай, живопись. Когда, я когда-то говорю, там бывает одна женщина пишет. Таня, правильно говорить живопись. Зачем вы коверкаете слова? Фильмы Гайдая не смотрели. А жаль. У меня тоже есть такая мельничка. Я на месте. Я на месте. Какие здесь интересности. Интересности. Елочные игрушки, ватные, стеклянные. Все, что хочешь. Да, да. И видишь, ей еще и порассказывали, что это. Потому что тогда она вообще не плавала. Какой мужчина. Интересно, обратите внимание на его обувь, брюки с книгой, борода с усами тоже. Прямо как из сейчас современного этого барбершопа. Прически какие, да? По делам? Они поэтому она просто. Ну, старыми фотографиями, конечно, можно здесь сидеть, колдовать. Целый день рассматривать. Это у меня не хватит кинопленки вам записать и показать на Ютубе. Это надолго. Видите, какой аппарат? Кто просил показать старые такие радио?
печатные машинки. Кстати, Ромас до сих пор печатает на такой, по домам дома бывает, классатит. Ой. Здрасте. Какой сливочник. Кузнецов. Солнце отсвечивает, а ничего не вижу. Может, вы что-то увидите? Чайные пары Мальва интересные тоже. Портсигарчик какой интересный. Куда ее ставить? Давай сюда. А ты думаешь, там ты знаешь? Памятный. Смотрет она вот тут. 12 апреля 61-го. Солнышко вообще не к чему. Фарфор, солнышко. Что? Если фарфор солнышко убивал. Продолжаем репортаж. Ромас, возьми, пожалуйста. Уберешь? Чертик, чертик. Каслинский. Пальчики. Битые пальчики. Сейчас обязательно кто-то напишет. Чертей показывают. Люди не понимают, что это советское производство. Каслинский чугунно-литейный завод. Ну, это непробиваемые люди. Им что ни покажи, они все равно скажут, что я что-то допропагандирую. То чертей, то Советский Союз. Табаки, такие табаки. Шариковые, такие шариковые, понимаете, да? Обратите внимание, какие бусы шикарные. Видите, янтарные. Настоящие. Смотрите, с какими здесь включениями, с какими бусинами. Ну, кстати, вполне себе хорошая бусина. Почти правильной формы. Эх, мое янтарное прошлое. Это целый пласт моей жизни. Закончилась. Закончилась эта янтарная эпопея. Не, ну, для... Как ювелирное изделие, это, конечно же, будет жить всегда. Либо, если кому-то на лечение от щитовидки тоже очень помогает, нужно необработанные брать. Необработанные кусочки. Кто-то мне писал, писал про янтарь. Хочу купить янтарь. И так и не, ой, и не написал в дальнейшем. Здравствуйте. Усики. А? А, есть, что нема? Есть. Есть. Валом у вас всего. Да что валом, а такая вся, бачишь, уже... Да то, то они зажрались, зажрались. Витаскуем, витаскуем. Я считаю, у вас много, у вас и фигурок большой выбор, и мельхиор у вас есть. Он и троянда, что хочешь. Бабушка тут всю пачку вчера, 150, да, говорит, приносите. 8 штук, говорю, за 150 гривен. Я говорю, с удовольствием куплю вот эти десертные. Даже ну, дороже, за 300. Дагестанцы ж теперь не приезжают, все. Все. Наверное, уже не скоро они приедут. Ага, раньше ж ездили, ездили все время, все выгребали. Вот такое все они забирали всегда. Все любили.
Нет. Та они бы такую забрали. Я помню, они все такое забирали. И такое. Ой. Так, это что? Для хранилищ. Печать. Я думал. Хорошо, столик, что там? Песок. Так, здесь есть вот такие вот интересности. Интересности. Головные уборы. Это. Киевская по головному убору, фабрика головных уборов Одесса, 1982 год. Севастопольская. Бескозырка это называется, или как правильно? Лампы. Готовимся к блэкауту. Не дай бог тут. Керосиновые лампы. На любой вкус и цвет. Ой. Какое блюдо. Шикарное. Ну, это правда настенная тарелка.